Хоккеисты Ариады НХ в двух последних выездных матчах чемпионата высшей хоккейной лиги показали два совершенно разных результата. В Ижевске волжане обыграли местную Ишсталь. Захватив преимущество в самом начале игры, ариадовцы закончили со счетом 3-2. А вот в Нефтекамске в матче с Таросом, несмотря на то, что Ариада первой открыла счет, в дальнейшем больше забросить не удалось, лишь пропускать, притом 4 раза. В результате проигрыш 1-4. Впереди у волжан в первом выездном турне чемпионата еще две игры. Во вторник наши хоккеисты будут играть в Нижнем Тагиле, в четверг в Перми. Ближайшая домашняя игра в понедельник 3 октября.